В Кирове продолжают готовиться ко дню города, но и про День молодежи тоже не забывают. Традиционный праздник пройдет под знаком бокса. В июне состоится международный турнир по этому виду спорта. Местом его проведения станет площадка под открытым небом в парке имени Кирова. Об этом и многом другом расскажет мой коллега Антон Шидания. Друзья, добрый вечер. Традиционный спортивный дайджест. И начнем с игры с шайбой. Максим Трунев провел прощальный матч в родном городе. В Кирово-Чепецке состоялся грандиозный праздник хоккея. В его рамках звезды КХЛ обыграли звезд Олимпии 13-11. На лед помимо виновника торжества и именитых хоккеистов вышли представители тренерского штаба Олимпии. Настоящим подарком болельщикам стала новость, озвученная президентом Кирово-Чепецкого клуба Александром Чуриным о том, что главная хоккейная команда региона подаст заявку на участие в чемпионате ВХЛ. Напомню, за последние пару сезонов «Олимпия» превратилась в настоящего топа НМХЛ. Так в прошлом году дружина Юрия Култынова выиграла бронзу чемпионата, а в этом впервые в своей истории стала победителем Восточной конференции. Далее продолжим хоккейную тему. Стало известна зарплата Якова Рылова по новому соглашению с Амуром. В сезоне 24-25 воспитанник Кирова Чепецкого хоккея получит от Хабаровского клуба 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Метарейтингс. Примечательно, что зарплата защитника дальневосточника в сезоне 23-24 была точно такой же. Предстоящий сезон станет третьим для 39-летнего игрока в форме «Тигров». Всего же в КХЛ экс-хоккеист сборной России провел 798 матчей на счету Якова Рылова 264 набранных очка. И в заключение выпуска о боксе. Киров по достоинству отметит День молодежи. Традиционный праздник в нашем городе пройдет под знаком бокса. 29 июня в областной столице состоится международный турнир по этому виду спорта. Местом его проведения станет площадка под открытым небом в парке имени Кирова. Карты венту пока держатся в секрете. Одним из организаторов действия выступает региональная федерация бокса. Ожидается, что фанаты вида спорта настоящих джентльменов увидят не менее 10 конкурентных и зрелищных поединков с участием ведущих российских и зарубежных атлетов. Среди почетных гостей турнира будут глава IBA Умар Кремлев, а также такие легенды бокса, как Александр Русский Витязь Поветкин и Александр Лебзяк. Вести трансляцию грандиозного спортивного события доверено Матч ТВ. Это был традиционный спортивный дайджест с Антоном Шудания. До новых встреч!